Ой, беда-то какая. На самом деле, вот это все, я считаю, что искусство принадлежит народу. Интернет должен быть открытым. И все это бесплатно должно быть, действительно, так и должно быть. Я понимаю, что для кого-то это источник дохода, но это вот что-то похоже действительно с проституцией рядом, для меня, честно говоря. Не должно так относиться к искусству. Если я написала песню, я только рада, что у меня ее будут скачивать. И если закроют сайт, где будут мои песни там какие-то, это будет большая беда для артистов. Они же не будут рекламироваться, потому что, к сожалению, по телевизору сейчас концерты мои вы не увидите. И также тысячи других артистов концерты наши не показывают. Их можно увидеть только в сети. И туда уже кто-то пытается наложить лапу. Я, например, против пиратства. Вот я выпустила клип, я повесила его в сети, смотрите, люди дорогие. А мне пишут какие-то левые чуваки, которые говорят, мы авторы этой песни, запретите этой Разиной. У меня снимают с сети. С какого фига? Я должна судиться, тратить на это миллионы, чтобы доказать, что это мое. Вот чем надо бороться. С фальшивками, которые теперь люди поняли, что ага, из интернета можно выкачивать не так деньги, так-так. Я говорю, любое добро оборачивается злом. Теперь кончается, что нечистоплотные люди начинают писать какие-то кляузы и закрывают сайты их своим конкурентам. Вот, собственно, еще. Люди превращают это в поле сражения. Интернет становится полем для сражения. Вот и все.